Отъезд в Англию Маранеса серьезным образом сказался на другом нападающем – Петере Шкулезиче. С учетом яркой игры сенегальца, Шкуле зачастую оставался в тени, хотя давно уже привык к роли главной ударной силы команды. И теперь на Шкулетище, по ощущениям, совсем иной уровень ответственности за результат. Это понимают и Петер, и журналисты, попросившие о встрече с нашим форвардом. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки из беседы с Петером, а полную версию интервью читайте в ведущих спортивных изданиях страны. Конечно, жаль, что Умар нас покинул, потому что он играл великолепно, забивал важные мячи. Но я в себе нисколько не сомневаюсь. Я опытный футболист и прекрасно знаю, какие требования предъявляются к нападающим в таких клубах, как «Локомотив». Безусловно, с уходом Умара я получу больше шансов, и меня радует самого то, как я сейчас готовлюсь, то, как работаю на сборах. И все, о чем я думаю, к чему стремлюсь, это показать, зачем я здесь. Нет, я не думаю, что из-за одного игрока должна меняться тактика всей команды. Мы совершенно разные игроки и разноплановые нападающие. Кроме того, Умар быстрее меня. Но тренер продолжает требовать от игроков того же самого, просто с учетом того, что поменялся исполнитель нападений. Теперь это я, соответственно, какие-то детали, к которым ребята еще должны привыкнуть. Вот их и отрабатываем. Любому игроку, который переходит в новую команду, необходимо время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к требованиям. Когда я перешел в «Локомотив», мне предоставился сразу шанс, но я не смог его полностью использовать и не смог показать то, чего хотел. В начале этого сезона мы были в равных условиях с Ниасом, и первым получил шанс я и забил 2 мяча в 3 матчах. Дальше уже это было решение тренерское, кому больше доверять. Но хочу подчеркнуть, что и Нияс находился в том же положении, что и я сейчас, и очень долго ждал настоящего шанса. Хорошие тренировки, старания, помощь партнеров по команде. Это все может вылиться в очень хороший результат для нападающего. Я очень сильно прибавил в «Локомотиве», даже если сравнить меня, когда я перешел только, и когда сейчас осенью я ездил в сборную, даже там мне говорят, как будто другой игрок. Это говорит о том, что я на верном пути и готов показать, ради чего меня приобретали сюда.